На дороге Йошкар-Олы продолжают выходить троллейбусы из Москвы. Более 20 из них уже работают на линиях. О том, как готовят транспортные средства к работе на йошкар-олинских маршрутах, расскажем далее. 32 троллейбуса из Москвы прибыли в Йошкар-Олу еще в конце 2018 года. Троллейбусы не новые, но в отличном состоянии. Они были выведены из эксплуатации в связи с введением в столице России единого дизайн-кода. Многие московские коллеги йошкар-олинских составов превосходят местные по техническим характеристикам. Тем не менее, перед выходом на маршрут каждый из них тщательно осматривают. Они менее шумные при движении. Они обладают усовершенствованной подвеской, как говорят наши пассажиры, более мягкие. К тому же сложная электроника и электрические системы из-под пола перенесены на крышу. Соответственно, они не намокают от брызг и луж. И, соответственно, служат дольше. В среднем на восстановление одного троллейбуса уходит 2-3 месяца. Прежде чем приступить к перевозке пассажиров, каждый поступивший московский троллейбус проходит капитальный ремонт, потом плановый, а далее следует участок покраски, где каждое транспортное средство получает свой цвет. Мы металл обезжириваем, потом грунтуем. После грунтовки, когда грунтовка высохнет, мы начинаем шпаклевать шпаклевкой. Когда вот все шпаклевка высохнет, уже это... Подготовку сделали, начинаем краской красить. А краска, когда если под рекламу, по заказу нет, по своему усмотрению красим. Чаще всего троллейбусы красят в белый цвет. Есть среди них и цветные. В основном они содержат рекламу или посвящены какому-либо событию. А иногда их раскрашивают так, как захочет водитель. Сейчас по городу ездит 21 московский троллейбус. Остальные в стадии ремонта. Но со временем троллейбусов нового поколения в Йошкар-Оле становится все больше.